Как известно, Крымское ханство – правопреемник Золотой Орды, а крымские татары – наследники данной сверхдержавы. Но почему все именно так, а не иначе? Попробуем разобраться. Почти вся крымско-татарская знать, а именно рода – ширины, барыны, аргыны и мынгыты – имеют ордынское происхождение, что является связующим звеном Крыма и Золотой Орды. Династия крымских ханов берет свое начало от Тукай-Тимура, 13-го сына Джучи, первенца Чингисхана, что несомненно является фактом преемственности чингизидской государственности крымским ханством. 15 июня 1502 года Менгли Герай разгромил хана Большой Орды шейх Ахмеда и прошел по всем его землям, завершив поход символическим сожжением сарая. С этого момента крымские ханы уже юридически именовались повелителями Великого Улуса, а Бахчисарай стал новым официальным центром Золотой Орды.